Строительство детского сада уже само по себе событие, а для Кинешмы так вообще праздник. Ход строительства нового дошкольного учреждения на 220 мест в районном центре проинспектировали Александр Фомин и Александр Кузьмичев. Строительство детского сада началось в августе 2014 года. На настоящее время строительная работа уже подходит к концу. Осталось утеплить фасады и полы, а также установить обрешетку крыши. К зданию уже подключены все коммуникации. В скором времени начнутся внутренние отделочные работы. Сад большой, 220 мест, 145 миллионов стоит. И он строится в рамках программы модернизации оригинального системы образования. Участвует в бюджете нескольких уровней. И здесь и финансирование федеральное, и региональное, и местный бюджет. Я хочу сказать, что вот по области строится несколько детских садов. Вся программа постоянно на контроле у губернатора находится. Совсем недавно Павел Алексеевич проводил совещание на эту тему. Вот Кинешма один из положительных примеров. Проблема с дефицитом мест в дошкольных учреждениях не обошла стороной этот муниципалитет. На данный момент ожидают своей очереди в детские сады около 1000 маленьких кинешемцев. Этот объект очередь значительно сократит. Но и на этом руководство города и области не остановится. Несомненно, необходимо решать эту проблему. Поэтому сегодня стоит задача также по строительству второго детского садика в городе Кинешме. Поэтому будем этот вопрос пробивать, что называется. И плюс еще пристройка к школе, которая позволит еще создать дополнительные группы на 40 мест. Тоже есть проектно-сметная документация, поэтому я думаю, что сегодня задача достроить данный детский сад, ну и, соответственно, прорабатывать вопросы и приступить к строительству новых детских садов во втором по величине городе нашей области. А это учреждение планируется достроить к концу года. Однако, судя по темпам строительства, скорее всего, уже в сентябре садик откроет для 200 дошколят свои двери. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кинешма.